друзья, меня зовут Денис Шевченко, мы находимся в сообществе Первый Лад. Здесь мы становимся гитаристами, которых хочется слушать. И сегодня у нас на повестке акустический блюз и такой ритм, который известен как шаффл. Такой вот акустический блюз-шаффл встречался у нас на канале, правда, в других тональностях. И когда его видят гитаристы, они, во-первых, чаще всего думают, что они знают, как это играть. И даже если они не знают, им кажется, что это что-то несложное и что-то простое. На самом деле, такой ритм, который называют буги-шаффл, когда, да, у вас вот такие вот подобные басовые рифы, один из сложнейших в исполнении как на гитарах, так и на басу, так и на барабанах и так далее. Почему-то он всем кажется простым, поэтому его все играют криво и неправильно. Сегодня мы с вами разберемся, как же это делать правильно, так, чтобы качало. И разучим такие классические фишки, которые вы сможете вставлять в такие шафлы. И разберемся, как придумывать собственные такие рифы. И выучим интересный turnaround и блюзовую фразу, которая хорошо ляжет как на акустической, так и на электрической гитаре. Также у нас есть еще одна отличная новость для всех любителей акустического блюза, а особенно для всех фанатов дельта-блюза. На днях мы с Первым Ладом выпустили мой последний курс, который называется «7 классических дельта-блюзов». И в нем мы будем касаться исключительно дельта-блюза, то есть не просто каких-то там стилизаций и так далее, действительно 7 классических дельта-блюзовых песен. Играть мы их будем в стандартном строе, что важно. Не потому, что я их переаранжировал, а потому, что я выбрал действительно 7 песен, которые изначально играются в стандартном строе. Это произведения от гигантов акустического блюза, таких как Роберт Джонсон, Чарли Пэттон, Джон Хёрд. Так что, в общем, каждый найдет что-то для себя в этом курсе. Если то, что вы услышали, вам действительно интересно, то проходите по ссылке и узнайте об этом курсе больше. Ну и давайте посмотрим, что там и как играется. Итак, друзья, давайте сначала разберемся аппликатурно, что мы играем, а потом, как это будет звучать ритмически и что должна делать ваша правая рука. Этот блюз, который мы играем, будет в тональности ля мажор. И, соответственно, первый аккорд, который мы здесь обыгрываем, это аккорд ля мажор. Точнее, ля 7. Здесь аппликатурно у нас так. Открытая пятая струна. Второй лад. Четвертый. Затем открытая пятая струна. И четвертый лад. Четвертый. Затем открытая пятая струна. И пятый лад. Четвертый. То есть у нас пятая струна всегда открытая. Четвертый меняется на второй, четвертый, пятый раз. Далее, смотрите. То есть мы играем каждый. А каждый из этих мини-аккордов, да, из этих двухзвучий, один раз искал аккордов, меня поправили. Конечно же, аккордом можно называть только то, что состоит из трех нот. Но здесь давайте будем это называть аккордом. Смотрите, мы с вами не используем здесь мизинец, потому что мизинец слабый. И, в общем-то, он в звуке здесь будет создавать такой небольшой дисбаланс. Это немножко, но слышно. Поэтому давайте все играть здесь третьим пальцем, и по четвертому, и по пятому ладу. Сначала сыграем просто так. Обратите внимание, что здесь у вас переход именно в тот момент, когда вы попадаете в струну, в тот момент вы двигаете вашу руку. Итак, давайте теперь оставим из этого только второй лад и четвертый лад. И посмотрим, что у вас делает правая рука. Очень много где говорится о том, что вы здесь просто полмьютите. И здесь дальше играете все то же самое, что я вам показал. На самом деле это не так. Так блюзы не играются, что на акустической, что на электрической гитаре. Смотрите, как у вас происходит. У вас играется первая нота. И затем вы, да, просто по открытым струнам, затем вы глушите вот этой частью руки. И можете дополнительно коснуться пальцами. То есть, да, положите обратно медиатор на пятую струну. То есть у вас такое должно быть. Главное, обращайте внимание, чтобы вот эта мясистая часть обязательно все это глушила. Потому что если вы глушите только медиатором, будет звук плохой.
Даже можете медиатором класть, хотите, кладите большой палец. В общем, глушите, как вам удобно. Главное, что вы должны вот так вот намертво переглушить это все. Также обращаю ваше внимание, что большой палец у вас глушит шестую струну, а указательный палец глушит третью, вторую и первую. То есть, если вы даже ударите по всем струнам, у вас прозвучит только пятая и четвертая струна. А второй аккорд у вас длинный. И он у вас переходит в аккорд на четвертом ладу четвертой струны. И опять же, первый раз, когда он там играется, он глушится таким же образом. Вот ваш базовый риф. Базовый ритм. То есть нет. Нормально играете правой рукой здесь, то есть стряхиваете градусник постоянно, чтобы у вас не было. Если вы еле ковыряете правой рукой здесь, соответственно, будет звук такой. Естественно, каждый раз делайте небольшой занос для удара. Старайтесь не играть у нека, скорее где-то в конце вашей деки, либо посередине. Посередине или в конце розетки. Видите, довольно много условий, и за ними, за всеми надо следить. Так что, если вы что-то забудете, обязательно пересмотрите это видео не по одному разу. Этот шаффл базовый, и то, как вы играете, вообще, в принципе, определяет, как вы играете блюз-ритм в целом, в триольной пульсации, и как вы играете соло на него. Потому что если вы хреново играете ритм, естественно, соло вы нормально не сыграете. Это просто, ну, доказано много-много-много раз. Следующая ошибка, которую часто допускают неофиты в блюзе, и не только в блюзе, играется так. То есть делается акцент на 2,4, туда, куда приходит удар малого барабана, если он есть. Раз, два, три и четыре. Так играть неправильно. Более того, так тоже это неправильно делать. Смотрите, у вас все ноты, да, все аккорды, должны быть одинаковые и в сильную, и в слабую долю. Смотрите, я играю одинаково на нога вниз и нога вверх также сильно. Не. Видите, так звучит тупо. А так нормально, не акцентируйте ничего. Как добиться такого эффекта? Часто это всегда бывает затуп, как у наших соотечественников, так и у чужестранцев. Смотрите, играйте наоборот, то есть в качестве упражнения идите от обратного. Играйте это на сильную долю. Слабо. А каждый второй удар акцентируйте. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Когда вы можете акцентировать вот этот слабый удар, да, слабую долю, вы сможете акцентировать их оба. Как вы видите, здесь очень много действий, за которыми надо следить, еще раз повторяюсь. Поэтому не спешите ради всего святого, как говорится. Потому что обязательно кто-нибудь начинает спешить и делать все неправильно категорически. Поверьте мне, у меня много студентов, и никто с первого раза шаффл не сыграл нормально. Это действительно очень важная штука, даже если вам кажется, что это не так. Поверьте мне. Давайте дальше теперь сыграем весь этот риф. Как видите, звучит лучше гораздо, чем с глушением, чем как должно звучать еще раз. Вот эта вот слабая доля с акцентом, она решает вообще все. И глушение, естественно, решает, правильно. Чтобы правильно глушить, не играйте быстро.
у вас не получится. Играть именно. Тренируйтесь именно в таком темпе. А дальше что вы можете сделать? Вы можете придумать свои рифы, как я, собственно, это сделал в начале. Я уверен, что еще кто-то сделал так до меня, но тем не менее. Да, таким образом. Далее, очень популярная фишка, когда в шафлах играется... Да, то есть это третий лад и четвертый лад пятой струны. А потом опять наш первый аккорд. То есть у вас здесь получается триоль. Раз, и два, и три, и четыре. Вот она. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. И здесь вот эту вторую ноту вы играете хаммером. Вы можете вставить это и в начало. Итак, вы играете 4 такта, то есть 1, 2, 3, 4. В четвертом такте я сыграл. Такая классическая подводка к субдоминанте, то есть к аккорду Ре, которым мы будем играть в следующем. Это 2 раза по открытой 5-й струне, 2-му ладу, 3-му ладу и 4-му ладу. А потом мы как бы уже пришли бы к Ре, но мы здесь играем эту же ноту Ре на открытой 4-й струне, а не на 5-м ладу 5-й. А на Ре мы играем все то же самое, большим пальцем глушим 6-ю и 5-ю. Обратите ваше внимание, что по Ре как бы будут другие ощущения, потому что струны значительно тоньше, нежели чем на Ля. И там, как бы, ну, надо, чтобы ваша правая рука прочувствовала, то есть добейтесь того, чтобы у вас был звук одинаков как на Ре, так и на Ля. Но все те же фишки, они будут работать. Ре вы играете 2 такта. Раз. Два. Дальше вы играете 2 такта Ля. Вы играете 1 такт Ми, это все то же самое, что Ля и Ре, то есть, соответственно, только по 6-й открытой и 2-му ладу 5-й струны. Здесь, соответственно, струны толще, чем на Ле, и тоже ощущение будет немножко другим. На Ре там я сыграл такую фишку. Сейчас я объясню, как ее играть. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, то вы действительно смотрите разборы и действительно интересуетесь данной тематикой. Поэтому в комментариях, пожалуйста, напишите, интересна ли вам в целом такая тема, чтобы вы еще хотели по акустическим шафлам, в целом по акустическому блюзу. Ну вот именно шафлы и такие фишки меня интересуют, что вас интересует, так сказать. Естественно, как бы не надо просто писать там, типа, я хочу, чтобы вы разобрали песню Have You Ever Seen the Rain. Вот меня интересует данная тематика и что вас интересует здесь. Итак, ми. Также хочу обратить на ваше внимание, что часто играют... Начинающие гитаристы, у них все руки вот здесь в куче. Ставьте сразу в рок-н-ролльную позицию, сразу, чтобы у вас... Просто надо было, чтобы опустить вот этот третий палец до искомого лада, в данном случае четвертый. То есть не надо вот так вот, как будто у вас такая осьминожка в ямке, и она выскакивает отсюда. Впрочем, гитарные эвфемизмы, это... Для этого есть специально обученные люди. Итак, на Ре я играю. Такую вот фразу. А здесь мы ставим... Пятый лад второй струны и третий лад первый. И мы играем. То есть вы две триоли играете. Раз, два, три, раз, два, три. И, соответственно, переставляете, да, руку на полтона. Обратите внимание, что не надо вот так вот руку переносить, когда вы играете по верхним струнам. То есть вот у вас блана с опорой на пятую струну. И здесь вот ее просто перенесите кисть. Дальше у вас третий лад второй струны, первый лад первой струны. То есть, в принципе, это минорная пентатоника Ля.
Второй лад третьей струны. Дальше у вас открытая четвертая, хаммер по первому ладу и срыв. Это очень распространенная такая штука. И у вас акцент именно в хаммер. Затем третий лад. Пятая струна с небольшим бендом и открытая пятая. Отработайте отдельно этот ход. То есть у вас получается... И пошел на тёрнараунд. Как видите, это красиво, но вы можете сыграть, если вам это быстро, пока что-то не получается, просто сыграйте там такт-ре. И... Но также придите в открытую пятую струну. И мы здесь играем такой тёрнараунд. Популярный, классический. Такую часть куска аккорда ля мажор. У нас получается пятый лад, четвертый, пятый лад, второй, шестой лад, третьей струны. Вы можете просто играть весь этот тёрнраунд медиатор вниз, просто двигая по полутонам, и потом в конце придя в ля мажор. А можете играть триольно. То есть вот вы. У вас открытая струна, это первая доля, а на два вы играете. Четвертую струну, вторую. И опять четвертую. По медиатору вниз-вверх-вниз. На полтона сдвинули вниз-вверх-вниз. Ну а затем также приходите в аккорд ля. Басовый ход, четвертый лад, пятая струны, открытая четвертая, первый лад, второй лад, четвертой струны, и ставите аккорд, собственно. Здесь именно поэтому я играю все третьим пальцем. И потом просто ставите аккорд ми 7 и играете, концентрируясь на верхних струнах, а не на всех. Вверх, вниз, вверх. И потом просто продолжайте свой квадрат, собственно. И так далее продолжайте свой шафл. Еще раз. Таким вот образом. Итак, друзья, давайте сыграю еще раз квадрат. Вы можете его посмотреть в превью. Давайте еще раз сыграю неспешно. 1, 2, 3, 4. Как и видите, все это нормально звучит, только когда вы не делаете никаких ошибок, когда вы не думаете перед тем, там... То есть ритмически четко здесь должно все играться и так далее. Поэтому, как видите, даже самые простые вещи, которые смотрятся просто, на самом деле звучат очень и очень хорошо, если их сыграть качественно, с толком расстановкой. И так далее. Поэтому мой вам совет, не жалейте времени, учитесь играть простые вещи хорошо, и будет нам всем счастье. Теперь хотелось бы попрощаться с вами, пожелать отличных шафлов, много новых акустических блюзов, ну и, естественно, встретимся здесь, на нашем канале.